कहते हैं स्वर्णकार ऋषियों, अभी तक मैंने जिन जिनियों का नाम ले रहा था, कोई अंसा कोई कला, लेकिन ये जो भगवान कृष्ण हैं, ये कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति करने से सभी का भक्ति अपने आप हो जाता है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, जैसे कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण का नाम भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए शंकर पार्वती की संवाद आती है, एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न करते हैं, बोले भले बाबा बताओ हमें किसकी नाम लेना चाहिए। माया पार्वती प्रश्न, आराधना नाम सर्वेशां Вишно. Шанкару, какое имя мне нужно повторять? Для, ну, сад так совершать. И Шива тогда ответил, что среди всех способов поклонения, поклонение Вишну самое высшее. Она начала повторять имя Вишну. Но тогда он сказал, но есть одно имя, которое выше этого. श्री राम नाम वरारी, बल्कि 1000 विष्णु नाम लेने से जो फल की प्राप्ति होती है, राम राम अगर इसने एक बार श्री राम का नाम ले ले तो उसको वो भी फल प्राप्ति होती है। Рама, Рама тысячу имен, Вишну, один тоже результат. Тогда Парвати начала повторять имя Рамы. И потом он сказал, через некоторое время снова сказал, есть еще более имя могущественное. Вишну Сахасранам, если человек три раза повторит тысячу, 3000 имен Вишны, равно 1000 имен Вишну, одно имя Кришны. Ну или одно имя Кришны, три имя не Рамы. Тогда Парвати начала повторять Кришна, Кришна. Тогда однажды Парвати, Шива сказал Парвати, я тебе хочу одну сокровенную вещь сказать. Есть еще имя более возвышенное, чем имя Кришны. И он говорит, это сам Кришна говорит на самом деле, Чандрима. О, Чандрама, о, Луна, тот, кто повторяет мое имя сто раз, то это равно одно имени Рады. И она говорит, хорошо, я буду повторять Рады, Рады. Но есть еще один более глубокий секрет, говорит Шива. Если ты будешь повторять мне Рады, то Кришна будет счастлив. А если имена Рады, то Кришна будет счастлив. Она говорит, ты меня запутал, что я должна говорить, или Рады, Рады, или Кришна, Кришна. Говорит, ты должна повторять Югала нам, то есть Махамантру. Но где здесь имя Рады? Как кичири получается?
इसका मूल शब्द है имя Харе, ये संबोधन में हो जाता है हरे исходит из получилось из слова хара Кришна мотлаб назвательно поддержи это Харе это Раде Кея Кришна значит Кришна Харе Кришна имеется в виду Раде Кришна так Харе значит Радхарани Рам как же Рам Рамачандра может быть Радхарани нет здесь Рам значит это не Рамачандра Айодхи который зовет это Кришна Радхараман сокращенно Рам इसलिए जो महामंत्र है ये संपूर्ण रूप में जुगल मंत्र राधा कृष्ण का ही ये नाम है क्योंकि जो इष्ट है वो इष्ट कभी दो नहीं होते हैं वो इष्ट केवल एक होते हैं одна мантра имеет одного ишта одного иштадева иштадева ये किसी रामानंद संप्रदाय में ये मंत्र किसी को नहीं दिया जाती उसमें तो राम जी को उपासना का मंत्र देते हैं ये मंत्र केवल ये вот формат сампрадая не утра рам упасана То есть только у Гауди Вайшнава в Махамантру дают. Шрила Госвами Пад 60 значений описывает Махамантру. Бхактивинод Такур 16 значений. А, 16, они по 16 значений мантры описывают. И в сумме получается 64 вида значений Махамантры. अभी कृष्णा अभी रह रहे हैं कहाँ पर हस्तिनापुर में वो जब जब जाने के लिए तैयारी होते हैं द्वारका में ये पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना करके ठाकुर को जाने नहीं देते когда कृष्ण хотел пойти в Двараку माता कुंती भगवान की बड़ी स्तुति कर रही थी तो पांडवे как Кришна хотел отправиться в Двараку и тогда пандавы не хотели как бы чтобы он уходил покидал их и тогда Кунти начинает возносить царица Кунти начала возносить славу и стути она начинала сравнивать части тел Кришну с лотосами лицо глаза руки भगवान के चरण में आठ कमल है ноги и пупок के साथ में क्यों उदाहरण दिया कारण है कमल जैसे почему с лотосами она сравнила потому что лотос очень красив बड़े सुंदर красивый господь очень красив के बिहारी की देख चटा मेरा मन है गयो लटापटा इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को ताना मारती हैं गोपियां बोले नंद लाला तू यदि हो Иногда тоже обращаются к Кришне. Говорит, о, Кришна, если ты родился как... Если бы ты был девушкой, то... То... Все бы сошли с ума по тебе. Столько было бы убийства за тебя, но чтобы не поделили тебя, в смысле, не поделили бы тебя. Потому что как хорошо ты родился Кришной, мальчик. नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः कहते हैं श्याम सुंदर जगत में जो कृष्ण भक्ति करते हैं जगत में तो सौभाग्यवान लेकिन поклоняются Кришне, они самые удачливые. Но лучше из них Васудев Махарадж, потому что на выше его Деваки, ну потому что он отец Кришны, да, на выше его Деваки почему? Потому что вся вселенная в животе у Господа, а Деваки, сам Господь в животе у Деваки. Кришна явился на самом деле в Мадхуре, но родился по-настоящему в доме Нанды Махараджа. И Нанда Махарадж более удачлив.
Кришна играл на добывании во дворе Мадхава Махараджа. На Мама Майшода еще более удачливо, чем он. А еще более удачливо Раджа Гопи, потому что Кришна танцует с ними раз лилу. Но еще более удачливо Шримати Радхарани. И мать Кунти, она возносит стути. Она говорит, она говорит, о Кунти, я твой племянник, почему ты меня прославляешь? Но тебя очень... Кунти говорит, о Кришна, тебя очень трудно понять, ты хозяин вселенной, ты кого-то делаешь отцом, тетей и так далее. Я, когда ты... Мама Ишода спрашивала Кришну, Кришна, кто разбил горшок? Говорит, мама, это ты разбила. Ты бежала спасать молоко, которое убегало. Ты разбила своими браслетами на ногах. Мама Ишода говорит, ты вор. А Кришна отвечает, нет, я не вор. Надо бабать. Много богатства, поэтому зачем мне воровать? Ты бандербанду, ты друг обезьян. Если я друг обезьян, говорит Кришна. Когда мама Ишода держала тебя и пугала тебя, ты плакал. И каджаль, который на глазах, ты тер его. И твои слезы текли, как Ганга Ямуна. Ты дрожал. Ты просил маму выбросить палочку. О, Каная, посмотри на эту твою форму, я также сбита с толку и очарована. Это Кунти говорит все эти вещи. बोले प्रभु अगर तुम मेरे को देना चाहते हो मेरी झोली में दुख दे दो बोले बुआ जी И он говорит, Кришна сказал, проси благословения. Он говорит, попроси мне, дальше мне страдания были. Он говорит, а, Кришна говорит, все хотят избавиться от страданий, а ты наоборот просишь страданий. Почему? О, Каная. Потому что я помню о тебе, когда страдания, так если человек, у него четыре вещи, которые обещают стать на путь бхаджане. Красота, богатство. Он родился, например, в знатной семье. Рождение. Айшвария. У кого много денег. Они не будут совершать бхаджан. Они будут спить алкоголь, ночной жизнью жить, не будут заниматься важным. Назовем Шарута, очень знающие, у них тоже гордость. Если эти, кто очень красивый, они не придут, не будут совершать бхаджан. Четыре категории людей.
Но если у кого-то есть все эти четыре качества, и он совершает баджан, то он обрел великую милость Такурджи. Бхишма Питама также возносил стути. У него тоже было желание, я хочу оставить жизнь, видя Господа. И он лежал на ложе из стрел. Кришна подошел к нему. Если другие риши, все кланялись на Кула Сахадева. Возничий Арджуны пришел поклониться себе, то есть Кришна. पतिहीन हो गए जगत में कितने अनर्थ महाभारत युद्ध में तो खून की नदी बही लगता है मेरी वजह से हुआ मैंने बहुत कोशिश किया समझाने के लिए लेकिन घर की जो भी जोगना आम गांव से था मैं कृष्ण को पास में रहता हूँ ना लेकिन भगवान ने होने पर भी मेरे वहां पर जो विश्वास नहीं होता है तब तुम समझाओ तब पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर सुंदर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया और एक बात बताए बोले देखो समर्थ रहते कभी अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए वहां पर द्रौपदी खड़ी तथा भीष्म начал давать наставления पितामह भीष्म बोले बेटी तू हंस क्यों रही हो Пока ты, у тебя есть силы, ты не должен терпеть не, то есть адхарму. Драупади усмехнулась, а Кришна спросил, почему ты как бы это усмехнулась. Он говорит, ничего, ну нет, скажи. Но ты же только что сказал, что ты не должен терпеть адхарму, если у тебя есть сила. Когда Дурьотхана пытался снять меня с Ари на собрании, где ты был? Ты был в силе как бы, но ты даже слова не сказал. Кришна Питама говорит, так как то есть, человек, который ест, то, что человек ест, такое у него сознание формируется, то есть он как пищу формирует. Я ел в доме Дурьотхана, это он демон, поэтому мой разум был помешан. Теперь Арджуна все мое тело О, тебе нужно позаботиться о моей дочери. А они говорят, Бишма, ты же брахмачари, откуда у тебя дочь? Если... Это понял, что это правом говорит, это как мой ум. Кришна сказал, говорит, моя дочь — это мой ум, то есть, ну, мой ум — это моя дочь, это, поэтому ты должен позаботиться о нем, потому что пусть мой ум всегда будет с тобой, как бы. И также Рукмини говорила, Кришна, ты должен быть моим мужем, только ты, потому что... Мужья в этом материальном мире, они смертны, через какое-то время оставят тело, но Джагатпати, Джаганат, он бессмертен. Я хочу памятовать о тебе, когда я буду оставлять тело, столько много стути он вознес. У меня одно желание.
Виджая. Это другое имя. Арджуны. Виджая Сакхи. Я хочу матери, мой разум, тостный столб. Виджая Сакхи, то есть Арджун, то есть Кришны, друга Арджуны. Почему? Там, будучи Махабхагаватам, он принял сторону Дурьотхана. Ты Джагатпати Джаганат, ну что ты делал? Ты стал колесничим. Люди из младших каст, они занимаются обычно как бы такой работой. С одной руки ты держал за вожжи, а с другой палочку, пока не погонять лошадей. कहाँ सारथी का काम कर रहे थे इसलिए हे प्रभु मैं चाहता हूँ तेरा बोल तो как возничий со всеучи прямо с этой मेरे प्रेम पे दर्शन हो जाओ. Ты полностью подчинился любви Арджуны. Кто-то спросил Лабхи Питама, ты хочешь, ты бхакти Арджуны высшая? Ты сказал, нет, 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 нет. प्रणय निरीक्षण कल्प तरु माना बल्कि प्रभु सबसे जब कृष्ण का स्वरूप है जब वृंदावन में самая красивая форма Кришны, когда он во Вриндаване, когда Кришна с Враджа Гопи танцует танец раз, тогда твоя форма самая красивая. То есть, когда он смотрит других преданных, он один, но когда смотрит на Шримати Радхарани, Кришна совершенно как просто красивее. Он танцует с ней, он самый красивый. Когда он говорит с Шримати Радхарани, он самый лучший. Итак, это форма, которая со Шримати Радхарани самая красивая. बल्कि क्यों आश्चर्य हो रहे थे बल्कि जन्म जन्म मनी जतन कराई अंत राम कहीं आवतनाई लेकिन ठाकुर साक्षात तां भीष्म अस्ताल स्वर्ग चिला अंतिम स्वास्थ्य क्या करना स्वर्ग से получил как бы видя Кришну की पुष्पा को उपचार करते हैं बल्कि श्री पितामह भीष्म की जोर से बोलो बल्कि श्री पितामह भीष्म की То есть люди умирают, в смысле люди пытаются Дарши Кришны получить. Да. Вспомните о Кришне, да, в момент смерти, а Кришна там настолько удачлив, что он умер, оставил тело, видя Кришну, смотря на Кришну. И Арджуна поехал с Кришной в Враджу, и 7 месяцев Арджуна не возвращался из Двараки. Поэтому Тишхира Махарадж, он чувствовал все неблагоприятное. И затем, когда Арджуна пришел, он был очень расстроен. Он спросил, что случилось? Неужели Кришна оставил нас? Когда Арджуна начал плакать сильно, говорит, да, он Хари. Кунти оставила тело, когда услышала, что Кришна оставил жизнь. Что жизнь без Кришны безбашенна, она бесполезна. Поэтому он, Кишхира назначил Парикшита
Махараджа царем Хастинапура, и пять пандавов тоже ушли в горы. То есть Арджуна сказал, что Кришна ушел, да, из этого мира. Они подошли к речке Прачи, увидели корову. Но это уже история про Парикшита Махараджа. То есть, ну, пандавы тоже ушли, да, в неизвестном направлении. И затем Махарадж, он вступил в царствование, и однажды он шел и на берегу реки увидел корову, плачущую, быка с перебитыми тремя ногами. И царь Шудра в обличии царя, он бил этого быка. Он тогда... Кто-то ему ответил, что это земля, корова — это земля, сваренная земля. Этот бык — это дхарма. Почему на трех ногах? Потому что сатья, два парайтрита юга ушли. Одна последняя нога, кали-юга, осталась. А этот шудра в царских одеждах — это кали. А этот кали рассказывает. Он спрашивает: ты кто? Это что это за корова? Это что за бык? А ты кто? Я кали. Тогда Парикшит Махарадж сказал: убирайся отсюда, иначе я убью тебя. Тот говорит: ну, как сейчас мое время? Ты должен дать мне выделить какое-то время. Ты должен мне дать какое-то место для жизни. Тогда Парикшит Махарадж подумал: несмотря на то, что в Кали-юге много проблем, то все равно есть баджан, достижение совершенства очень легкие, это повторение святых имен. Особенно в повсюду препятствия в Кали-югу. Так, проблема повсюду в Кали-югу. Это Кали-юга, она особенная, это Дани Кали-юга. Почему? Потому что Махапрабху приходит один раз в день Брахма, он не приходит каждый день. Тысячу четырех, тысячу кали-юг, тысячу трета, двапа, сатья. Когда они проходят, тогда один раз на период приходит читание Махапрабху. Тысячу четырех. हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, एक हजार कलयुग भीतर पर चैतन्य महाप्रभु आते हैं, और ये कलयुग में स्वर्ग के देवता, बल्कि स्वर्ग के देवता की बात छोड़ दो, जो सत्य जीव को कृत जीव कहते हैं, सत्य धर्म चार चरण में था, तृतीय युग называют कृत्य युग, यहाँ पर आध्यात्मिक तृतीय युग राम राज्य, बहुत ही कोई दुख कष्ट नहीं था. То есть в это время никаких проблем нету, тройственных страданий, Адьятмик, Адипалдик и Адидайвик. Двапара юг, вообще сам Кришна приходит. Но все равно все люди сайсы, Двапара, Трета юг, хотят родиться в этом мире, потому что приходит Шри Чайтанья Махапрабху. इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ए मन गौर बिना नाही आर हे नावतार अबे की होए छे हे न प्रेमा परचार. वो कहते हैं बोले भैया चैतन्य महाप्रभु जैसे अवतार नहीं, बोले जो प्रेम हो ब्रह्मा जी. Это Паджан говорит, что нету лучшего аватара, чем Чайтанья Махапрабху. Любовь, которую прославляет Удав, которую хочет Нарада, ту же любовь принес, да, Лакшми хочет обрести ту же самую любовь.
раздает Шри Чайтанья Махапрабху. Просто так раздает. इतना कर मतलब हाथ ताली मतलब ताली अगर इतना केवल हाथ में ताली बजा करके एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्णा Просто повторяйте Хари Кришна Махамантру, и вы обретете этот редкий дар, который принес Махапрабху. Те, кто в линии Махапрабху находится, кто канти тилок носит, они необычные. В единственной песне Бхагаватам говорится, вы все были полубогами, сати, двапара и трета юга. Те, кто пришел в Гауди Вайшнава Дхару и совершает баджан, все решимы у них в прошлом. Вайкунха Бхакти, Айодхья Бхакти. То есть, ну, как бы никто не принес в Раджа Бхакти. Никто, кроме Махапрабху. Поэтому Парикшит Махарадж подумал, что Чайтанья Махапрабху должен прийти, поэтому говорит, сказал, хорошо, ты оставайся. И ты можешь жить в четырех местах. То есть Кали-Юга, если человек из этих четырех вещей избегает, то он будет получить освобождение. Избегает места, где Кали живет. Первое. Да. Да, незаконный секс, интоксикации, это мясо и азартные игры. Незаконные отношения между полами, да, человек должен только внутри брака вступать в отношения. Если человек вступает в отношения вне брака, то это нарушает его как бы, чистоту. Нужно брака сочетаться ведическими мантрами. Перед там должны быть все присутствовать. Вайшнавы, представители семей. Вот это вот boyfriend, girlfriend, эта культура полностью отрицается в ведах. Те люди, которые, ну, вот это boyfriend, girlfriend, встречаются вне брака, то занимаются сексом вне брака и попадают в ад, в котором слуги Амараджа, они заставляют обнимать их раскаленную статую противоположного пола. Также нужно избегать, не нужно есть мясо, рыбу, яйца, лук и чеснок. И также еще одно место, где кали, это золото, потому что, то есть золото, это деньги, это деньги, по сути, потому что там есть деньги, там, посмотрите, там все четыре вещи есть, там есть это, азартные игры, незаконный секс, интоксикация и мясоедение. Потому что сказать, ну, деньги это же Лакшми, как там может быть, как бы, что плохого, это же сама Лакшми. Лакшми, она на двух путешествует, на двух, как бы, средствах. На Гарузе, тогда она Лакшми, тогда она с Нараяной. А если она на сове, это на филине, на сове путешествует, то это... То есть человек, если к Лакшми обращается, чтобы... То есть, ну, как бы...
деньги использовать для своих чистых удовольствий, то она прилетает на сове, и это как бы Лакшми, где Кали присутствует. А если для служения Господу, то на Гаруде она. И она ваш дом тоже сделает Вайкунха, когда придет. Так Кали получил место в четырех местах и так дальше. А продолжение мы послушаем завтра.